Здравствуйте, Денис Леонидович. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Здравствуйте, дамы и господа. Вот так вот двух зайцев и поздоровались, и представились. В эфире «Твой клип» на ТВ. Совместный проект портала Rocket.ru и Триколор ТВ про музыкантов, ищущих свое место в эфире. В отличие от большинства популярных телепрограмм, мы не требуем от музыкантов соответствия какому-то там формату. Если вам есть что сказать, и при этом вы умеете выражать свои мысли на языке музыки, добро пожаловать в проект «Твой клип» на ТВ. В отличие от вышеупомянутой группы «Яды», московская команда «Диверсия» не только не стесняется причислять себя к русскому року, но делает это совершенно сознательно. Диверсанты признаются, что на заре своей творческой биографии играли самый настоящий панк-рок! Однако вскоре переквалифицировались и в графе направления так и пишут «русский рок». От панк-рокерских времен остались только лишь прозвища «Дикий», «Мэтт», «Биф», «Хо-хо» и «Ильич». Судя по клипу на песню «Тем, кто сегодня нас не дождался», стилистику группа сменила окончательно и бесповоротно. Разве что подчеркнутая бюджетность съемок напомнит о былой панковской бесшабашности. Русские рокеры – диверсия. Тем, кто сегодня нас не дождался. Тем, кто сегодня нас не дождался, я не спою эту грустную песню. Значит, так нам положено Богом, и это ошибка, что мир так тесен. Значит, так нам положено Богом, и это ошибка, что мир так тесен. Вспомнит о той, которая ждала. Там далеко в этом синем тумане ждала его, но не дождалась. Там далеко в этом синем тумане.